зовут Чупнов Алексей, я миграционный агент из Брисбена. Сейчас хотел бы рассказать вам про то, что правительство собирается делать, какие визы делать для украинцев. То есть, вот то, что они анонсировали, 449-я с переходом на 786-ю визу. То есть, вы должны быть в Австралии уже, чтобы получить приглашение на 449-ю визу, и после ее получения вам должны выдать 786-ю. Эта виза, вы на ней можете находиться в Австралии до 3 лет, то есть в любой момент вас могут попросить из Австралии уехать, или если вы уезжаете сами, то вы эту визу тоже теряете. Поэтому, у вас, конечно, будут выплаты от Центролинка, то есть это будут у вас такие же выплаты, как у работающего австралийца. То есть виза, в принципе, достаточно неплохая. И чем она выгодно отличается, это то, что если у вас есть проблемы со здоровьем, и другая виза для вас, не является возможной, профессиональная или, возможно, даже еще какая-то другая, или спонсорство работодателя, то вы сможете все равно на нее подаваться. То есть приехать в Австралию и побыть, пока вас не попросят уехать, это не самый плохой вариант, если у вас есть проблемы со здоровьем. Но если вы все-таки планируете иммиграцию через эту визу, то подумайте дважды. С нее нельзя будет переподаваться ни на какие, по крайней мере, так планируется. Мы увидим, какие будут опции у этой визы, как виза conditions, условия у этой визы, но я думаю, они будут такие же, как были всегда. В любой момент вы можете уехать, и на любую другую, даже партнерскую визу преподаваться нельзя будет, только в исключительных случаях, с разрешения правительства. Спасибо, если что, обращайтесь. Всего доброго.